Николаевич. И совсем недавно, буквально вот на прошлой неделе, познакомилась с таким замечательным молодым человеком. Зовут его Петя. День дома побыл и сбежал. А теперь сейчас сидит и делает вид, как будто меня знать не знает. Давай. Ой, Петя, подумай хорошенечко, а то, может, передумаешь или вернешься? До сей поры вся деревня говорит.